В городской школе детского творчества работает 28 студий, от творческих кружков, языковых курсов до скалолазания и занятия борьбой. Прием документов начался еще 1 августа. Записать своего ребенка на бесплатный кружок можно до 1 октября. Потребуется для этого минимальный пакет документов. На сегодня подали документы около 200 человек. Как рассказали в школе, обычно по многолетнему опыту на новый учебный год набирается от 500 детей. Прием документов у нас согласно государственной услуге с 1 августа по 1 октября. То есть до 1 октября мы принимаем документы. Какие именно? Это справка 035-2У и свидетельство о рождении. То есть два документа на руках у законных представителей приходят к нам, и мы оказываем им госуслугу. С 15 сентября мы начинаем обучение. То есть, конечно, я призываю, наверное, всех наших воспитанников, будущих их родителей немножечко поторопиться, но все же до 1 октября у них есть время. В школе детского творчества работает кружок спортивных бальных танцев, куда принимают детей с ограниченными возможностями. Также ведется набор на обучение игре на музыкальных инструментах. Это гитара, домбра, кубыс. Здесь можно найти любую интересующую секцию, как для школьников младшего звена, так и для среднего и старшего. Для первоклассников, второклассников у нас есть все. Это ИЗО, это хореография, декоративно-прикладное, домбра. Но опять же, домбра, если они желают, если смогут, можно пробовать и на скалолазание, на карате у нас очень много идут. Сейчас очень модно идти вот именно жек-пижек изучать, казах-шакурез. Конечно, опять же, могу сказать, что все зависит от ребенка. У нас на экспериментальной основе мы в хореографию единственное только девочек принимаем с 5 лет. Весь прошлый год школа детского творчества проработала в онлайн-формате. Все педагоги легко адаптировались к записи своих занятий. Но в новом учебном году школе разрешено работать в традиционном формате. И дети, и учителя уже готовятся проводить первые мероприятия в офлайн-формате. Один из крупных – это новогодняя сказка. Мы уже начали этот проект Нового года 2021. Весь материал, вся сказка, все персонажи, все роли уже расписаны, запись уже полностью ведется. Мы сейчас будем среди наших воспитанников театральных студий проводить кастинги на главные роли. Заказываем все оформление. Мы очень надеемся, что в этом году все-таки Новый год, новогодняя сказка у нас будет. И всех детей, деток ждем на нашу новогоднюю сказку. Все кружки и секции тут бесплатные. По словам руководства школы, документы необходимо подать строго в установленный срок. Сделать это даже на один день позже не получится. Только на следующий учебный год. Яра Ахмечина, Лиада Смагамбетова, РТН.